трубку. Представьтесь, как вас зовут? Сергеенко Валерий Сергеевич. Вы кто? Занимается механической обработкой гаубичных цилиндров. Это цех. Живу на Панфилово, услышал прилет и увидел в этой стороне дым. Позвонил, сказали, что прилет самолет. Ничего, сложнее. Хотя бы вот это сохранилось. Во сколько это приблизительно было? Я буквально приходил днем сюда, зашел в цех и ушел. Сотрудник приезжал с ребенком, при нем был прилет. Он с ребенка забрал, уехал, слава богу, жив и здоровый. Короче, на месте вас не было, да? Нет. Я же пришел, уже пожарники работали. Я понял. Что бы вы хотели сказать военным? Твари просто. Какие вы военные? Я не знаю, кому. Какие военные? Военные здесь. Военные делать свою работу. Я вместо этого не имею права, неправильно все делаю. Но вот это что, сколько продолжается, это такого не было. В 14-м году я никуда не уезжал, и оборудование сохранил, работаем здесь. Ну, сейчас не знаю, как это ситуация сменится. Кому еще сказать? А сколько сильно город обстреливает в последнее время? Да ну, здесь были прилеты, вот водоканал, вот здесь вот школа технику пищевой промышленности, через забор там, посмотрите, там полностью здание, 8 прилетов было. Как сильно еще? Что, куда сильнее еще? Насколько сильно часто обстреливают город? Не знаете, ну, в последнее время расскажите. Ну, смотрите, ну, центр города обстреливает, вы что, не знаете, что там было? Следующий день, это вообще не на похорон, извините, меня всегда давали возможность убрать раненых, убрать погибших, и похоронную церемонию, а здесь в центре города, здесь прилет тоже, город уничтожается, не знаю. Какие-то меры принять, я не военный, не могу сказать.